что-то протолкнем. Хлеб, ему голова. Я так обожралась, я больше ни кусочки не съем. А десерт? Давай. А что, да, даже прикольно. Мне страшно. Света, ты что делаешь? Да я пытаюсь понять, только в нашем доме свет выключили или во всем районе? Слушай, у тебя нет хотя бы немножечко зарядки на телефоне? Хотя бы капельку, просто немножечко. Ты куда? Я выясню, что случилось. На огромный зал заходишь, и куча разноцветных огоньков, вообще непонятно, кажется, что они бесконечны. А потом раз, тишина, и вот такой вот взрыв, просто дико все взрывается. Ну, короче, честно говоря, не ходи на этот фильм там. Барышня, сидите мне с номером 00. Алло, да, у меня все хорошо. Я говорю, у меня все хорошо. Главное тут правильная организация времени. Вот, понимаешь, вот все это... Все, я через 2 минуты буду. Ага. Ну, как я выгляжу? Шикарно. Просто шикарно? Не роскошно, не восхитительно? Не, я переодеваюсь. Бля... Наконец-то. Стой. Даже ты что, в этом что ли пойдешь? Ну да, что такого? Ни в коем случае, пойдем переоденешься. Пойдем. Ща. Я готова. Свет, ты помнишь, что мы идем собаку выгуливать? Подайте мне мою манто. Не, как-то невыразительно. О, нет, здесь чуть-чуть. Или сейчас здесь чуть-чуть. Еще вот здесь чуть-чуть. Вот сейчас ровненько, вот сейчас будет симметрично. Прекрасно! Нормально. Так, ты можешь нормально объяснить, что случилось? Я же говорю, я пришёл из города! Ну, Свет... Руки убери! Ну, Свет... Ноги убери! Я сейчас психану. Что мне сделать, чтобы этого не случилось? Сделай что-нибудь быстрее! Что, цветы, суши, айфон? Говно эта игра, вообще невозможно. Разработчики, вот долбоящеры, просто редкостные. Да я эту игру гашу на... А, вот загрузилась. Меня хильте. Дай бабла мне чуть на полет. Рез, плиз, пожалуйста, меня. Да что ж ты никак не дохнешь? Ненавижу. Боже, да какое же ты днище, что ты там вообще делал? Куда ты побежал? Тактику надо учить, тактику! Света, ты что не играешь? Меня уже убили. Дорогой, я тут узнала, что я беременна. Чего? Уже третий. Свет, ты своим Sims задолбала уже. Это не я. Да я ничего не делала, оно само. А я тебе нравлюсь? Ты? Так, Света,
Почему у меня на карте минусовой баланс? Ой, живот заболел. А, еще и почку прихватило. Блин, сердце колет. А, скорую там вызывай. Да что с балансом-то? Завтра поговорим. Свет, мне звонили из сервиса. Что с моей машиной? И сколько весишь? Я тебе ничего не скажу. Свет, помоги одеяло забрали. Я не могу. Я только что ногти накрасила. Свет, у меня здесь где-то шоколадка была, ты не видела? Нет, ты что, я ж на диете. Нет. И вообще, знаешь, что я на диете, мог бы шоколадки в дом не покупать. Свет, поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо. Нравится? Это так необычно. Мне как раз фоторамка нужна была. Хорошо, я оставлю за тебя на ночь. Только ничего не будет. Да, Федор Иванович, я все обязательно сделаю. Не спускайся в подвал! Не спускайся в подвал! Свет, что случилось? Да, блин, зашла на сайт. Я у них вчера в магазине закупилась, а сегодня распродажа началась. На часах 8 утра, а я уже самая бодрая. Чего я вам желаю? Всем хорошего дня! На самом деле, сегодня особенный день. Ты знаешь, мы уже очень давно вместе, и сегодня я хочу сделать тебе предложение. Ты выйдешь за меня? Да, конечно, я выйду за тебя. Нет, ну ты посмотри на него, зараза какая! Я тебя просила хлеба купить, а ты где шлялся? Сволочь, блин! Пил, трухай, пил, гараж обирал, я тебе сказал, на дачу к маме поедем на выходные! Нет, он пошел куда-то, он где-то ходит, шляется! Дай руку, пожалуйста. Так, что ты там хотел сказать? Да не, слушай, давай на выходных в зоопарк сходим. А давай, Клава. Yes? No. Нам нужно поговорить. Хочу новый айфон. И кто там тебе пишет? Свадьба. А ты помнишь, какой сегодня день? Ничего не случилось. Футбол говно. Я не могу говорить, тут этот сидит. А давай порнуху посмотрим. Хочу хоть и нормальных мужиков посмотреть.